Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 6, Winter Jacket, страна Европы, сезон зима, количество мешки 11 штук, вес мешка 13700, куртки мужские, женские. Куртка защитный материал, непромокаемая, непробиваемая, на молнии. Здесь идет также молния, грудной карман, здесь также грудной карман, внизу идет резинка, внутри полностью идет это флис утепленный. Размер это будет 3XL, европейский это будет 62 размер. Манжет здесь идет липучка и резинка. Капюшон имеется, он в вороте спрятан, на молнии. Защитный также, непромокаемый, непродуваемый. Сзади также у капюшона имеется липучка. Мех на молнии, он отстегивается, точнее, да, на клепке он. Внутри капюшона мех идет, размер это М. Грудные здесь идут карманы на клепке, здесь клепки, затем молнии. Внутри резинка, утяжка на талии, можно при талии делать внутренний карман. Здесь карман внешний на клепке и просто так идут. Здесь манжет резинка, на рукаве идет карман, темно-синий цвет. Здесь точь-в-точь такая же модель, все здесь все то же самое, только цвет здесь идет черный и размер это L. Также карманы здесь везде, клепка, молния в рабочем состоянии. Мех отстегивается. Вот такая куртка. Вот она идет двухсторонняя. Это куртка. С двойной молнией, внутри она будет вот такая вот вторая куртка. Также множество здесь карманов. Размер здесь не указан. Нигде. Капюшон. Здесь сзади рисунок. Удлиненная такая вот куртка, здесь капюшон достаточно большой, внутренние карманы здесь имеются, здесь карманы потайные на молнии, двухсторонняя молния, здесь идет такая вот такой ремень, здесь идет манжет резинка, размер S, защитный материал, непромокаемый, непродуваемый. Хорошо. Такая вот удлиненное пальто с капюшоном. Капюшон не отстегивается. Здесь молния. Размер XL. Здесь капюшон утепленный. Можно утянуть его. Карманы на клепке. Здесь внутренний карман тоже имеется. Здесь карман. Здесь защитный материал. Непродуваемый, непромокаемый. Здесь сзади вот такая надпись. Защитный материал непромокаемый, непродуваемый. Размер L. Цвет отражающей полоски, капюшон отстегивается, там же можно его утянуть и липучка имеется. Здесь карман, здесь резинка, манжет, по всей сзади и спереди цвет отражающей полоски. Здесь куртка на молнии, здесь такой мех. Декоративный размер это будет 8. Защитный материал, непромокаемый, непродуваемый, карманы. Карманы, капюшон можно убрать в ворот, он просто показать, как вытащен, он имеется.
просто удлиненное пальто. Капюшон здесь на молнии. Здесь также и на клепке. Мех у пальто можно отстегнуть на молнии. Здесь вот на клепке также капюшон. Здесь на молнии. Размер М. Здесь идет резинка, пояс, карманы. Защитный материал непромокаемый, непродуваемый. Манжет, резинка. Подойка джинсовки. Здесь идет куртка. Здесь изначально идут клепки, затем молнии, размер XL. Здесь карманы, там манка идет. Здесь карман, здесь внизу манжет, резинка. На рукаве манжет. Здесь резинка, мех не отстегивается, отстегивается только капюшон. Куртка 2 в 1 и 3 в 1 со светоотражающим. Полосками по всему, по всей куртке, спереди и сзади. Карманы. Карман грудной на молнии. Здесь карман тайной на молнии. Здесь манжет идет. Резинка, липучка. Клепки. Затем молния. Идет полноценная теплая куртка. Защитным материалом непромокаемым. Стягиваем внутреннюю куртку, получается ветровка. Внутренняя куртка с таким же материалом непромокаемым, непродуваемым. И еще утеплитель флис идет. Также можно вывернуть и будет получиться толстовка флисовая. Размер это будет 2XL. Внизу у куртки имеется резинка утяжка, во внутренней куртке также имеется резинка утяжка. Здесь я уже показывала манжет, резинка, липучка, а во внутренней куртке имеется клепка. Капюшон он потайной, он спрятан в ворот. Здесь на липучках. Бирка имеется на каждую куртку. Спасибо за внимание.